во время упражнений. Потом достаточно туда просто сознание пустить, да, прописанного образа. Во время упражнения такое тренированное. После сознания просто вернуть. И оно уже туда идет. То же самое, и, допустим, когда удар идет, то есть образ уже пошел, удар. Удар идет следом. Тогда он идет быстро, точно. Ну вот Брюс Ли, он на этом, в принципе, и работал, да, у него движение быстрое там и так далее. За счет чего? Сознание там раз. Все, движение руки идет мгновенно. Если левое полушарие пытается контролировать движение, оно уже идет намного медленнее. Сколько вас упитывает контролировать движение, то все очень забавно. Поэтому раз. Все, но сознание должно уже сработать. Сознание тоже требует отработать у нас. И работает с противником, оно работает вокруг него. А потом идет туда. Противника за него. То есть сознание идет по траектории прописанной, а рука идет по другой немного траектории, тоже прописанной. То есть сознание. И они соединяются где-то. Рука идет по, ну, естественной траектории движения. Так, сейчас. Чуть отдохнем, прям буквально 5 минут. Может попить там.